находимся на Дворцовой площади, где отмечаем 220-летие пожарной охранной службы. И тут проходит парад всех пожарных расчетов, которые есть в Санкт-Петербурге. Сейчас покажу подробнее и расскажу, может быть, что-то, что узнаю сама. Решили лазить, и все полезли фоткаться, малявочки. Ой, приоритетные
Какие-то мотоциклы. На берег Катюша,
на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. А еще целая коллекция ретро-плакатов о пожарной безопасности была представлена на Дворцовой площади. Я прошлась, посмотрела некоторые плакаты, почитала. Достаточно интересно. Ну что ж, давайте поддержим участников. Сам Петербург вас не слышит! Вот так вот! На момент происходит поднятие груза, вес которого составляет 20 килограммов на высоту 4-этажного здания. И обе команды с легкостью с этим заданием справились и начинают спуск. А спуск должен осуществляться по каждой ступеньке, так как за лишнюю ступенечку будут начисляться штрафные баллы. Ну что ж, представители Тюменской области уже на этапе, где передвигают металлический блок при помощи балла на расстояние 1.5 метра. Поверьте, во всем опутировать это сделать совершенно непросто. И Тюменская область у нас уже оказывается на эстафетной дорожке. Даже Владимир приходит в змейку, тем временем Павел догоняет его. Иркутск не отстает. Дорожки скользкие, мокрые, поэтому это двойная. Совершенно верно. Соблюдение, конечно же, техники безопасности, это очень важно. Здоровье ребят превыше всего. Ну что же, практически оба участника уже на финишной прямой. Да, Владимир из Тюменской области уже берет пострадавшим весом 90 килограмм, если помнишь. Ликвидирован. Ну что ж, финишная прямая. Кто? Иркутск или Тюмень? Практически на равных. Ой, они рут идут. Поддержим, поддержим. Ну. Ваша, вы здесь первые. И какого другого участника поддержим? Бурные овации. Вот ты смотри, Павел обошел. Старт. Финиш. Финиш. Практически одновременно.